Тамбовской академии футбола подвели итоги уходящего года. Позади участие в 70 соревнованиях. Великолепный результат показали воспитанники Максима Мысина и Дмитрия Башкатова. Они выиграли первенство Черноземья и представят регион на всероссийском уровне. Футболисты 2003 и 2004 годов рождения завоевали серебро, 2001 год – бронзу, а девушки стали четвертыми, улучшив результат предыдущего года и выполнив таким образом первый взрослый разряд. Самая главная цель, я считаю, нашим выпускникам – это закрепиться в нашей основной команде. Это основная цель. И следующей целью, следующий этап – это попасть в число лучших школ Российского футбольного союза, футбольных школ, которые будет финансировать определенную там часть для подготовки высококвалифицированных футболистов. Чтобы оказаться в числе лучших школ Российского футбольного союза, необходима хорошая инфраструктура. С этим у Тамбовской академии проблем нет. Важны квалифицированные тренеры, и их уже активно готовят. За последние годы 4 специалиста получили профессиональный статус. Около 10 человек – лицензию для работы с детьми. И это только начало. В 2018 году Академия футбола планирует улучшить абсолютно все результаты. Медалей должно быть больше, как и ребят, которые привлекают в команду мастеров. На сегодняшний день таковых 6 человек.